А даже есть и 800 долларов. Я знаю, что Игорь уже достиг кредит. Да, Игорь? Уши закрыты. Так что есть у вас люди, которые уже получают. Только надо делать. А за один год можно 4 раза получить? За 3 месяца делать как-то быстро и 4 раза получить. Знаете, можно, но есть один нюанс. Можно получить и 10, только разных стран. То есть я имею лизинг в Литве, да? Если я построю структуру в России, я буду получать и в России. Даже и вы можете получать лизинг в России, поработать в Казахстане, получить другой лизинг, поработать в Украине, получить третий лизинг, поработать в Монголии, четвертый лизинг. Везде можно получить по лизингу. Вот вам и ответ. Как? Шутим, все по скайпу. Можно даже не уезжать сейчас. Молодые люди, все будут. Ну, нам первая ступень важна. Вот это понятно, что красиво. А вот первый-то как? Первый? Вот а с этого и начните, что я учу. 3, 4 или 5 человек. Только о них и говорите. И еще. Чем меньше даете на выбор, тем люди быстрее соглашаются. То есть не загружать все вот эти разные. Да. Почему я не рассказывал о 200 продуктов? Во-первых, да? А во-вторых, наборов есть разных, да? Постарайтесь хорошо научиться говорить хотя бы о одном наборе. И самое интересное, с каким вы будете работать, ваши дистрибуторы будут покупать именно это. Потому что дубликация. Понимаете? Не очень. Не очень? Сейчас не очень. А что за дубликация? Дубликация так. Как вы делаете, так и они. Вы... Я вообще все сделала так, что они, наверное, не знаю, кто так еще делает. Я купила себе на 17 тысяч то, что мне нужно. Я эту коробку вообще не брала. Вот как быть? Все мои так же будут? Смотрите. Оригинальные. А вот сейчас вы ответили на свой вопрос предыдущий. Когда сказали насчет девочки, как она наберет 14 тысяч, да? Так вот, когда вы сами выбрали отдельные продукты, тогда очень трудно сказать человеку, чтобы он начал с набора. Вы можете предложить только поддельные продукты. А когда вы предлагаете поддельные продукты, они говорят, знаешь, я не только 18 тысяч не потрачу, но даже 14 тысяч не потрачу. Не потрачу. Могу потратить 2 тысячи. А не важно, что вы будете с кем говорить. Или 2 тысячи, а 14 тысяч. Будете проводить презентацию по времени столько же, только получите от этого 5 или больше раз меньше. Все. И самое интересное, получите еще больше меньше, потому что им за эти 2000 неинтересно. Они не видят возможности заработать минимальный заработок 50 тысяч. Они видят возможность получить автомобиль. Зачем им покупать за 2000? Вот когда вы говорите о тем, тогда они купите за 14. Только вот, то есть схема, которую разработала компания, просто по ней идти, ничего не мудрить тогда, да? Именно. Вот вы сказали золотые слова. Не мудрить. А мы все профессора. Я сделаю еще лучше. Все подготовлено, все сварено, только кушай на здоровье.